День добрый! Сегодня я оставляю свой отзыв о книге Майкла Миллера «YouTube для бизнеса. Эффективный маркетинг с помощью видео». Не стоило писать книгу о столь быстро развивающемся сервисе, как YouTube. YouTube и сам прекрасно справляется с этой задачей на своем же сайте в разделе «Помощи авторам». Так что то время, которое вы запланировали на чтение данной книги, я рекомендовал бы потратить с пользой на съемку видео, изучение статистических данных, которые предоставляет сам YouTube. А данная книга, которая написана, казалось бы, всего 2 года назад, при всем своем 100% потенциале на момент ее написания, сейчас поможет вам процентов на 7, в лучшем случае. В своем профиле на сайте goodreads.com я поставил этой книге 2 балла из 5 возможных по вышеописанным причинам. Однако, есть категория граждан, которым я рекомендовал бы прочитать эту книгу. Абсолютные новички, которые еще не сталкивались с редактированием видео, монтажом, постановкой света, написанием сценария, работой со звуком, что сейчас полностью отсутствует в данном видео. Это что-то вроде протеста против правил, которые описал Майкл Миллер в своей книге. Всем пока, а я пойду почитаю какую-нибудь другую книгу.